Добрый день! Предлагаю посмотреть лот «Микс детский Майорал осень». Подробности в ссылке под описанием. Начнем мы с юбочки на 2 года, 92 сантиметра. Вот на подкладике. Шикарная, с люрексом. Дальше у нас на 14 лет. На 157 сантиметров футболка, туника, сзади шифоновая у нас вставочка на спине. На 8 лет 128 сантиметров танковка со стразами. Здесь у нас на 18 месяцев джемпер для мальчиков тепленький. На 5 лет 110 сантиметров болеро. Трикотажная, плотненькая. Здесь на 12 лет 152 сантиметра юбка, такая многослойная. На 9 месяцев 74 сантиметра джинсы со стразами, с камушками, вот на резинке. На 7 лет болеро. Их будет несколько в этом лоте, в разных цветах. Так, здесь на 152 сантиметра брюки у нас, как с подтяжками, с лямочками. Высокая талия и очень красиво тут оформлена талия, да? Вот пояс. На 5 лет болеро, тоненькая, трикотажная. Здесь у нас, ну, тоже как болеро, кардиган. На 18 лет очень яркий. На 18 лет опять-таки танковка со стразами, с пайетками. Так, дальше на 5 лет 110 сантиметров прекрасная блузочка, короткий рукав. Вот, очень красивая. Здесь юбка на 4 года расклешенная, тоненьким ремешком, на 36 месяцев 98 сантиметров брючки на резинке, не джинсы. На 152 сантиметра танковка такая, как видите, здесь у нас воланчики на плечиках и внизу тоже. Очень крутая куртка на 3 года, 98 сантиметров. Вот, теплая, видите, такая комбинированная, сверху еще вот интересно так сделано, и она внутри плюшевая. Смотрится как лакированная, знаете, кожа. Капюшон. Капюшон у нас тоже с такой плюшевой опушкой. На 10 лет джемпер, рукав расклешенный внизу, такой в рубчик. На 12 лет леггинсы. Здесь 18 месяцев 86 сантиметров брюки. На 14 лет тоже футболочка, туника. А сзади шифоновая такая гофрированная ткань. На 5 лет болеро. Здесь у нас джинсы на 12 месяцев узкие. На 92 сантиметра платье. Прекрасное трикотажное с люрексом. Все блестит. Подол тоже шикарный, тоже поблескивает. На 8 лет рубашка. Хлопок. Здесь опять же такая на 3 года. Вот. Прекрасная такая блузочка. Хлопок. На 10 лет как свитшот, утепленный внутри. А, извиняюсь, это платье. То есть оно с начесом внутри, вверх. И вот, и юбочка вот такая под кожу.
прекрасная. Вот, танковка на 9 месяцев. Хлопок. Здесь у нас на 157 сантиметров футболка. Рукавчики. Вот так вот. Плечи открытые. Маечка на 110 сантиметров. Вот. Такая же, как была блузка, только без подклада. Здесь на 140 сантиметров у нас такая туника. Внутри получается танковка и сверху вот сетка. На 14 лет танковка. Вот внизу асимметричный крой, край. 92 сантиметра велюровая толстовочка, очень красивая. На 122 сантиметра рубашка, хлопок. На 9 лет 134 сантиметра юбка с поясом. Здесь у нас такая тоже свитшот на 68 сантиметров, на 6 месяцев утепленный внутри. Немножко такой тоненький вот начес. Так, здесь кардиган как болеро на 18 лет, яркий. На 6 лет 116 сантиметров. Интересный тоже такой свитшот, утепленный немножко внутри. Рубашка на 14 лет 160 сантиметров. Вот. Очень плотный хлопок, качество хорошее. На 140 сантиметров маечка, сверху шифон, вот, спинка полностью в шифоне. Здесь поло на 18 месяцев, на 14 лет 157 сантиметров юбка, на 110 сантиметров рубашечка хлопок, платье прекрасное. Очень нежная, на 14 лет, 157 сантиметров. Вот, а внизу подол, посмотрите, с перышками, с страусиным. Очень красиво выполнен. На 140 сантиметров джинсы тонкие. И здесь у нас на 122 сантиметра велюровая толстовочка с капюшоном. Капюшон внутри атласный, очень красивый. А дальше есть в этом лоте вот такая заколочка, оп-оп, бантик. Трусики купальные на 9 месяцев 74 сантиметра ростовка. Юбка шикарная на 2 года 92 сантиметра, тепленькая. Бархатный пояс. На 128 сантиметров танковка. Рубашка на 122 сантиметра хлопок. Танковочка расклешенная немного рукав на 92 сантиметра. Здесь на 6 месяцев как джеггинсы. На 92 сантиметра танковка. Юбка прекрасная на 7 лет. Вот, расклешенная. На 8 лет 128 сантиметров танковочка. На 3 года и 98 сантиметров такая блузка-рубашка расклешенная. Очень красивая. И плечики тут на плечиках вырезы. Куртка на 6 месяцев. Осень-весна. Внутри фланелевый. Вот здесь фланелевый получается на капюшоне, а здесь плюшевый подклад на спинке. На 7 лет и 122 сантиметра танковка, да, как поло. На 116 сантиметров платье с начесом внутри. Тепленькая. Здесь платьишко на 86 сантиметров.
тоже прекрасная, нарядная сеточка с блестками. На 92 сантиметра свитер, очень такой приятный на ощупь, теплый. На 6 лет юбка с поясом. Здесь на 152 сантиметра очень мягкий, тоже как ангорка, знаете, прям вот очень классный, крутой такой свитер. На 18 лет 167 сантиметров юбка, сетка с блестками, многослойная, с подкладом. На 3 года и 98 сантиметров танковка. Здесь рубашка на 98 сантиметров, воротничок, стоечка. Пиджак на 12 месяцев. Такой классный. Так. Здесь у нас рубашка без рукавов на 98 сантиметров. На 110 сантиметров. Здесь как свитшот и как будто бы выглядывает рубашка из-под него. 9 месяцев и 74 сантиметра джинсы. На 4 года и 104 сантиметра джемпер. Платье теплое на 98 сантиметров с рукавами. И такой очень красивый тоже подол, многослойный. И там еще сеточка выглядывает. Здесь блузка на 98 сантиметров, короткий рукав. Мы такую уже с вами смотрели. Так, на 92 сантиметра рубашка. Приятный цвет очень. На 152 сантиметра свитер для мальчиков. Здесь болеро на 122 сантиметра. На 162 сантиметра танковка для девочек. Здесь видите, как бабочки на рукавах, на плечиках. На 140 сантиметров тоже танковочка, гипюровая такая прозрачная. На 116 сантиметров танковка, хлопок. Здесь на 140 сантиметров блузка, прекрасная тоже, нежная очень. На 92 сантиметра теплое платье вязаное. Футболка на 18 месяцев и 86 сантиметров. На 110 сантиметров брюки с ниткой люрексом, тоже поблескивают. Поло на 86 сантиметров. Здесь юбка на 10 лет и 140 сантиметров. Джинсовая, а внизу, посмотрите, просто шикарно. Вот. На 98 сантиметров рубашка, очень плотный хлопок. Здесь как даже как, почти как фланелевая. На 116 сантиметров джемпер, свитер очень тепленький. На 140 сантиметров юбочка, плотная ткань. На 162 сантиметра свитшот с жемчужинками здесь и утепленный с начесом, весь блестит тоже. На 74 сантиметра брючки такие вот как леггинсы. На 104 сантиметра танковка. Здесь у нас на 80 сантиметров болеро. На 110 сантиметров пиджак бархатный, как велюровый бархатный. Такой классный, очень стильный для стиляги. На 92 сантиметра поло. Здесь у нас на 140 сантиметров рубашка. Как, это, наверное, как платье что-то такое. Платье, наверное, все-таки. Вот. Видите, асимметричные края здесь. Интересно. Делаем. И как фланелевая тоже такой вот, ну, достаточно плотный хлопок. И здесь на 128 сантиметров куртка. Внутри плюшевая.
осень-весна. Курточка с опушкой. Прекрасная. Это весь лот. Подробности в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.